Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. В последней серии мы добрались, собственно, до разрушающегося комплекса. Здесь что-то совсем все плохо, и нам нужно как-то передать последнее послание флота, чтобы они прислали подкрепление. Warning. Reactor core temperature 900 degrees Celsius. Температура ядра, кстати говоря, 900 градусов по Цельсию. Последняя серия, в отличие от предыдущих, была именно мясной такой. Я совершенно не пугался, но мясо просто завезли там килотонны. Надеюсь, в этой серии будет иначе. Хотя, в принципе, как шутер, игра просто вообще отличная. Фу, так, ладно. Там разберемся на месте. Замена стержня, окей. Опасность аварии в активной зоне. Чувствую я сейчас, что-то нехорошее произойдет. Так, а здесь ревизор со своим телохранителем. Do you see the card? Видишь карту? Нет, сэр. Okay, let's get to the communications facility. Пойдем к связному комплексу. Оттуда связь начнем, как скажете. Какая-то у них машинка, конечно. Так, ну и нам сейчас нужно двигаться к ним. В принципе, я не знаю почему. Так. Понятно, генератор в порядке. Не знаю, почему наш герой так хочет их остановить. В принципе, цели у них общие. Так, ну ладно, пошло поехать. На месте разберемся. Кто там был? Хорошо. Я так чувствую, нам нужно возвращаться. Или вот оно. Да, пока все спокойно. Не знаю, убивать из этих монстров уже стало настолько обыденно, что не пугает. Но зато завезли очень много мяса. В принципе, тоже неплохо. Вот этот вот новый монстр, я так и не понял, что он делает, потому что убиваю я его до того, как он успеет появиться. Здесь опять-таки нехорошие звуки. Так, ну и сюда что? Едем обратно. В этот раз у нас уже, я думаю, разрушаться там особо ничего не будет. Потому что когда мы спускались, здесь просто все было уже на грани. Да вроде нормально. Не знаю, наше задание, короче говоря, добраться до какого-то автомобиля, похоже. В свою очередь. Так, прям поехали. В свою очередь тоже связаться с флотом, но у нас задание будет послать передачу, кардинально похоже отличающуюся от того, что хочет послать этот ревизор. Он, судя по всему, решил эту базу взорвать просто хрена. Так, ну, все отключено, вроде ладно. Вообще я тут везде был, я не уверен, правильно ли я иду. И... Так, да, все-таки все правильно. Что-то как-то бочка не особо хорошо. Да, пока что-то идет страшное мясо, но это неплохо тоже по-своему. А, вот теперь у нас тут дверь была закрыта, небось она откроется, да? Потому что это элекционное ядро. Ну да, так, открыт. Опять открыт. Не знаю, непонятно, но есть ощущение, что он, похоже, спаунит еще монстров. Поэтому его нужно первым делом выносить.
какой, блин. Что-то как-то не очень. О, хорошо. То ли он респаунится, то ли он телепортирует. Непонятно, короче говоря. Что-то я ничего не забыл. Наверное, не как обычно напишет там. Мой любимый ПДА и все дела. Вот этим они больше всего, конечно, вымораживают. Ох, так, ладно. Да, работали. Бочки неправильно какие-то. Хорошо. Прилег. Одна. Вот это вот, то, что происходит уже вторую серию, больше напоминает старые части Дума, чем Дум 3. Потому что нифига не страшно, по большей части. Временами пугает, конечно, прыгающий бабайк из-за угла. Или вот этот вот ложе крови на стене. Клевопотек. Но по большей части... Так, что-то мне не нравится это помещение. Ой, что ж ты делаешь? По большей части идет просто такой... Ну, ладно. Что-то это, видимо, делает. Хорошо. Фу, так. Каких-то кнопок управления не видим. Ну ладно, пошли дальше. Канистры фильтрации плазмы. 2-3. Так. На всякий. Ой, да что ж ты. Ненавижу этот мигающий свет. Бронька, отлично. Не знаю, вообще складывается ощущение, что мы сейчас подберемся к боссу очередному. Потому что какое-то затишье такое идет, событие особо. Да блин. Не успел, хорошо. Затишье, особо ничего не происходит ни по сюжету, ни по врагам. Твою мать. Что ли? Фу. О, что-то мне не нравится этот рокот. Он оттуда, да? Пока что все в порядке, но вот за этой дверью явно что-то совсем уж нехорошее. Написано, что это склад хранения отработанной плазмы. Ну, пойдемте. А, закрыто, слава богу. Фу, я уже думал, что что-то будет. Вообще, похоже, туда можно запрыгнуть, нет? Нет. Ну ладно. О, что-то вообще густо пошло. Не знаю, по сути, вот вообще ничего не происходит. На звуки такие, что просто можешь штаны наложить.
Так, ремонтный блок. Чего у нас тут в человеке пишется? Исследование оружия. This is the audio log of weapon analyst Teresa Chazar, dated November. Это Тереза. А у нас Стив Хаммер, код доступа к плазменам. Steve Hammer, service technician. Since Private Swenson wigged out, shot up that drink machine, then lit himself up with a plasma gun, we've all been a bit nervous. All of us in maintenance knew he was losing it. Finally, when that darn drink machine wouldn't accept his credits, he lost it. Started swearing up and down, and you had to laugh when that machine lit up, but before any of us could react, he fed himself enough plasma to power an office building. There wasn't enough head to clean up. Just vapor. It's a bad thing to happen to anyone. Anyway, I know with all the psych problems we've had lately, we need the additional security, but when the guards start going nuts, I don't know, all this extra weapons and ammunition, I mean, do we really need so much firepower laying around? Well, a couple of us decided to lock up all of the unsecured plasma rounds we could find. The code is 734. I think we'll all sleep a bit better tonight knowing it's locked up. Понятно, человек жаловался на то, что один из их сотрудников свихнулся, схватил плазмопушку и начал хреначить просто всех, кого видел. В итоге сказал, что запер надежно припасы в ящике с кодом 734. Осталось найти этот ящик. Но это будет потом. Так, сейчас давайте почитаем, может у него там письмецо какое есть. А он его Мэтью писал. Стив, я все не могу отойти от той истории со Свенсоном. Только закрою глаза, я вижу его лицо на мгновение до того, как выплеснулась плазма, и его голова превратилась в голубой пар. Пожалуй, я навсегда потерял сон. Он мне никогда не нравился. И не знаю, кто настолько двинулся умом, что дал ему плазмомет. Но такой смерти никто не заслужил. Хуже всего то, что вокруг нас столько народа, по сравнению с которым Свенсон показался бы чудом спокойствия. Надо что-то делать. Для начала давайте соберем все боеприпасы и запрем в одном из складских шкафов. Код подбери сам и обязательно включи его в рапорт. Короче, народ просто с ума сходил. Так, помогите маленькой девочке. Ребята, это не письмо счастья, это просьба помочь маленькой девочке, которая умирает от смертельной формы рака. Пожалуйста, разошлите его всем, кого знаете и кого не знаете. Ей осталось жить всего 6 месяцев. Ее последнее желание — разослать всем это письмо и попросить прожить свою жизнь полностью. Понятно, спам. Так, ладно, 734, не забыть. Ой, что-то какое-то совсем недружелюбное место. Hey. Over here. Эй, сюда, говорит. We were hit. На нас напали. I don't know how much farther I can go. Не знаю, сколько еще протяну. Take the transmission card. Возьми карту передачи. Can't stay here. Мы не можем здесь оставаться. Небезопасно. We better move. Лучше двигаться. No. А, ну да. Товарищ долго не прожил. Фу, так хорошо. Это было ожидаемо, на самом деле. Бедолаги просто раскроили череп. Лёг. Уже не знаю, закаляешься в этих боях, и по большей части эти бабайки не настолько пугает, насколько могли бы. Поначалу мы шарахались просто от каждой тени. Сейчас потихоньку начинаем уже. О, какое приятное место. Начинаем уже привыкать. На самом деле, если бы фонарика не было, было бы все гораздо печальнее. Так, тут у нас шлюз. Сюда мы пока не пойдем. Давайте поищем ящик оружия. Ну, отсюда уезжали наши эти государственники, джимены. Поэтому не похоже, что тут что-то есть.
Ладно, погнали дальше. Подышим свежим воздухом. Так, 7-3-4. Блин, не забыл еще. Ну, поехали на завод Энпро. Я думаю, то еще место. Транспортный узел соединяет Энпро. Блин, я даже прочитать не успел. Ой. О, как пакостно. Ой, что это за хрень ты что? Минус. Так, я скоро задохнусь. Сладок. Давай бегом, братья. Да вроде стыла. Да спокойно. Фу, хорошо. Вот мы и на заводе, походу. Рейни, get your ass to the communications facility as quickly as possible. Gotta get that message to the fleet. Сержант Келли связался и говорит, давай поспеши, нужно быстрее. Что-то там над нами вообще не хорош. Да ёлки, сколько вас. Допустим. Пистолет пулемет у нас универсальный, да? Вытаскивал нас уже стольких передряг. Так. Иду. О, что это вообще звуки. Напоминает фильм «Войну миров», там же, помните, было такое? Когда эти треножники появлялись, типа горна какого-то. Такое же. О, тут смотри, вообще мясо. Это могильник просто какой-то. Кто-то двери ломает с той стороны. Супер! Мы туда не пойдем. Блин, космоган, он мощный, конечно. Слишком медленный, постоянно что-то задевает. Фу, так. Блин, мне и броня это не нужна. Капец. Ладно. Признаю, всрал. Так, хорошо. Блядь, что ж ты лезешь туда отсюда? Неспокойное место. Насколько мясо было в предыдущем месте, настолько... я не совсем знаю, что я делаю, но... Может, мне сюда как-то? Нет, нет. Короче, скан пошел, больше я делать ничего не могу.
Там погнали. Возможно, мы тут не прошли бы просто. О, твою мать. Солидней. Она, конечно, самая солидная, но ладно, с ней пошли. Что-то как-то такое соседство. Что ж такое, опять интересно начинаю. О, так, хорошо. Что там у нас, кстати говоря, по времени? По времени еще нормально. О, опять дышать нечем. И пауков. Просто до хрена. Надо валить. Надо. Надо валить. Я не знаю, куда я бегу. Ой, твою мать. Ой, ёлки-палки. Нет. Нет. Отвалите. Блин, ты долбаные пауки, ненавижу. Я уже задыхаться начинаю. Фу. Да будет нет, покоя вообще нет. Так, ладно, допустим. Что-то... Да блин, откуда ты взялся вообще? А вот. Фу, что-то это место меня просто убивает. Так, хорошо. Надо просто нафиг убираться отсюда. Тут кто-то есть, я слышу. Да, там определенно кто-то есть. Приколем. Отлично. Хорошо. Так, и все что ли? Ну. Отлично, поздравляю. Давай. Как он там назывался в оригинальном Думе, я не помню. Капля демон, что ли? Сколько у вас? Патроны медленные, это обалдеть просто. Так, а тут что? Я слышу уже сейчас. Но. Вроде спокойно. Ну давайте, сейчас я поднимусь вот сюда наверх и, в принципе, на этом прекратим. Что-то как-то место такое, по большей части, опять же, мясное, как и в предыдущей серии, но уже достаточно более-менее жутковатое такое. Надо сказать, мне нравится. Экшон тут неплохой. В принципе, увидимся в следующей серии. Я думаю, там мы доберемся до этой передающей платформы, оттуда пошлем сообщение. Не знаю, посмотрим. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.